Боже мой, четвертый раз это перезаписываю, потому что я просто смеялась как ненормальная, и мне пишут всякие школьники, и в общем не суть, я уже так и залью, как это будет. Я нашла на форуме один баянчик, типа, если в песне «Все в твоих руках», Варум и Агутин там, сделать на полтона ниже голос, где поет Варум, то будет слышаться Агутин. Минутку. Вот, просто послушайте. Капелькой дождя упал на твои ладони этот день. Ну ведь слышится тёлка, правильно? То есть, как бы, тут уже без всяких, так сказать, приспособлений, все. И послушаем этот кусочек еще раз. Дождя упал на твои ладони этот день. Ты меня повсюду ждал и бродил за мною, словно тень. Прячешь ты глаза, словно пропастью на бег скован. Сделай первый шаг, будь же посмелей со мной. Послушай, все в твоих руках. Все в твоих руках, все в твоих руках. Ты знаешь, все в твоих руках, все в твоих руках, и даже я. Вечер за окном плывет, я закрыла двери, ты со мной. Я закрыла двери, ты со мной, да вы слышите, да? Это вот да. Просто идите в жопу, дауны.